По поводу того, что Владимир Путин получает Нобелевскую премию, я думаю, что в этом нет ничего плохого, потому что многие дела, которые сделаны нашим государством именно с легкой руки нашего президента, они должны каким-то образом поощряться. И мне кажется, как раз Владимир Владимирович самый подходящий человек для того, чтобы поощрить его за те многие дела, которые были сделаны для мира. Как можно, не знаю, отказывать тому, чтобы человека награждать за миротворческие деятельности и за помощь государствам, помощь бедствующим? И это, наоборот, объединяет всех жителей Земли. Поэтому я думаю, что нет никаких препятствий для того, чтобы Путина наградить Нобелевской премией.